Памятник Гарегину Нжде, установленный в карабахском городе Ходжавент, зачехлен. Отметим, что недавно была распространена информация о том, что азербайджанская сторона потребовала демонтировать памятник фашистскому приспешнику Нжде. Согласно информации, самопровозглашенные власти так называемого Арцаха зачехлили памятник, так как слухи о демонтаже вызвали серьезный общественный резонанс. Отметим, что бюст Нжде был установлен в январе 2021 года на одной из центральных улиц Ходжавента.